В Заречном продолжается проверка подготовки учреждений культуры к новому творческому сезону. На этот раз глава администрации осмотрел дворец культуры «Современник». Начальник департамента культуры и директор учреждения доложили членам комиссии о готовности. В ходе проверки глава администрации Вячеслав Гладков отметил, что необходимо решить ряд хозяйственных и финансовых вопросов. Есть вопросы по содержанию фонтана большого городского, все опирается в деньги. Но задача, конечно, 100% должна лечь на городской бюджет, поэтому этот вопрос будем решать. Но главная задача на 2017 год, вот, которую я сейчас ставлю и курирующему заместителю Ирине Анатольевне Сизовой, и департаменту, и учреждению, это расписать план реконструкции Дворца культуры «Современник». Соответствующий проект был сделан еще в прошлом году. Однако провести полноценную реконструкцию за 1-2 года не представляется возможным. Но впереди 60-летие, очень хотелось бы в идеале сделать кровлю, сделать фасад, провести реконструкцию, капитальный ремонт инженерных коммуникаций и реконструкцию большого зала. Вот это было бы в идеале, чтобы все остальное, конечно, мы не успеем. Вячеслав Гладков поручил до конца августа подготовить все необходимые расчеты и график выполнения работ. Лада Орлова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».